Доставай! Первый этап пятой спартакиады профсоюза в Брянске открыли легкоатлеты. Им предстояло на скорость преодолеть короткие дистанции и принять участие в эстафете. В программе также дартс, мини-футбол и гиревой спорт. Это мероприятие, в котором участвуют работники различных предприятий и организаций области, как бюджетной, так и небюджетной сферы. Это связисты, представители наших промышленных предприятий, образование, культура, то есть различный спектр всех наших представителей, работающих населения Брянской области, членов профсоюзов. На стадионе «Спартак» собрались 8 команд, представляющие профсоюзный актив предприятий и организаций региона. Каждый участник смог продемонстрировать свои лучшие спортивные качества. Рассчитывает на победу, но только уже в дартс, и Любовь Максимова из Дубровского района. На спартакиаду она приехала вместе с сыном. Мы всегда первые места занимали. Даже в Ставропольской спартакиаде у меня первое место. А тут не знаю уже, как судьба ляжет. Многие участники пришли на спортивный праздник целыми семьями. Среди них и супруги Ухановы. Папа и мама бегут, сын болеет. Спортивный праздник и выходной. Мы очень ждали спартакиаду. Мы к ней готовились и морально, и физически. Вот. И очень рады, что мы попали на нее с такой погодой хорошей. Погода, впрочем, преподнесла сюрприз. Неожиданно набежали тучи и пошел пусть и непродолжительный, но довольно сильный ливень с градом. Стихия не испортила ни настроение участникам, ни запланированную программу организаторам. Забеги, эстафету и дартс успели провести до дождя. А гиревики переместились под предусмотрительно установленный на всякий случай шатер. Два. Три. Как только гроза стихла, на поле вышли участники соревнований по мини-футболу. Здесь победу праздновала команда областной организации профсоюзов работников образования и науки. А по итогам первого этапа спартакиады в общекомандном зачете лидирует областная команда профсоюзов работников культуры. Второй этап спартакиады трудящихся пройдет уже осенью. Блеснуть своей подготовкой смогут шашисты, шахматисты, теннисисты, волейболисты и любители других видов спорта. Ольга Макушникова, Анатолий Чекрыгин. События. Брянск.